30 декабря на главной площади Каспийска состоялся грандиозный новогодний концерт с участием приглашенных гостей и аниматоров, которые погрузили горожан в сказочную атмосферу праздника. Это праздник, когда все радуются, когда все готовы. Посмотрите, как много каспичан пришло сегодня. Поэтому пусть будут такие праздники в жизни людей. А всем каспичанам желаю здоровья, здоровья, здоровья. И, конечно же, мирного неба, радости и любви ближних. В этот день поздравить каспичан и пожелать им успехов в предстоящем году, а также открыть концерт торжественной речью изъявила желание заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева. Я сегодня приветствую всех жителей нашего прекрасного города Каспийск. С Новым годом вас всех! От имени администрации городского округа, от имени депутатов городского округа я поздравляю с наступающим с Новым годом всех, от мала до велика. С Новым годом желаю в каждом доме, чтобы было счастье, радость, веселье, мира и добра. После торжественной речи прямиком с берега приехали пираты Каспийского моря с целью найти невесту их капитану Джеку Воробью. Аниматоры поприветствовали зрителей и устроили для детишек небольшую викторину в виде блока новогодних загадок совместно с главными героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой. Она зимой зеленеет и хорошеет от мороза. Украсит новогодний праздник собою дерево. Сразу после этого участники концерта совместно со зрителями отправились в центр площади, поближе к новогодней елке, и устроили хоровод. В веселом кругу под новогоднюю музыку детишки по часовой передавали посох Деда Мороза. Зовут? Камила. Камила, умничка, беги к Дедушке Морозу, а мы дальше передаем. Завершилось мероприятие танцевальными номерами юных дарований детской школы искусств имени Сергея Агабабова и спортивной разминкой от воспитанников детской спортивно-юношеской школы имени Юмина под руководством мастера спорта по тэквондо Мадины Гаджиевой. Асия Тумалатова, Сиражудин Магомедов, новости телеканал «Среда».